Вы знаете, да, я отношу себя к числу поклонников Жанны Фриске, и мне кажется, сегодня все поклонники Жанны, мы до сих пор пребываем в состоянии шока, поскольку в это невозможно поверить, что ее больше нет с нами. Это большая утрата, и наше присутствие здесь – это лишь та малая дань памяти о ней, поэтому, собственно, поэтому мы и здесь. Ну да, она мне запомнилась такой доброй, заботливой, но она сама по себе хорошая. То, что говорят все, это на самом деле правда, да, очень светлый человек, очень добрый, ранимый, вот, и мы просто не могли не прийти сегодня. Пресса, только пресса заходит. Часто ездили вместе на гастроли. Вот. И, конечно, очень больно, что такая красивая, такая талантливая, такая молодая девушка, женщина от нас покинула нас, ушла от нас. Нет, к сожалению, я с ней общался последний раз года два назад. Вот. После этого, когда она родила ребенка, уехала в Майами, мы уже больше не общались. И когда я об этом узнал, о ее болезни, конечно, для меня это был большой шок. Но все мы надеялись, все мы верили, что Жанна сможет выкарабкаться, что она победит эту страшную болезнь. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Страха у нее точно не было, мне кажется, она очень сильная и волевая женщина всегда была и очень четко понимала, что она делает, и понимала и рассчитывала свои силы. Я это видел прежде всего по проекту «Цирк со звездами» как самый сложный, как самый травмоопасный, как самый трудоотнимающийся проект. Потому что она посвятила несколько месяцев и шла, и получала травмы, и рисковала собственной жизнью. Я видел, что ей трудолюбие просто не занимать. Просто не занимать. И имея уже популярность, и может быть, даже не нуждаясь вот в такого рода проектах, она все равно шла, потому что ей было интересно что-то новое. Ей было интересно доказывать самой себе и зрителю, что с трудностями она умеет справляться и будет с ними справляться, иначе ей, как творческому человеку, просто-напросто будет скучно.